Ну что ж, продолжаем дальше читать «Три цвета времени», книгу, которая так связана с сегодняшним днем. Итак, кстати, напомню, ветка акации – это символ масонов. Бейль думал о чрезвычайной запуганности этого населения, об ужасающей нищете наряду с богатством, о постоянных сменах власти в Северной Италии и неуверенности в завтрашнем дне, в силу которой эти бедняки и нищие ломбардии могли то выставить толпу повстанцев и грабителей, то двинуться мстительной карой в города, охваченные революцией по призыву католических попов и австрийских жандармов. Бейль думал о том, какую огромную ошибку делают его друзья карбонарии, не пытающиеся найти связи с этим населением. Он вспоминал клятву Байрона и Конфаланьери: «Буду всеми силами бороться за истинный и справедливый закон рабочих полей, ибо без этого закона немыслима истинная свобода. Поля и земли не могут быть собственностью. Я обязуюсь бороться за отмену частных владений». Бейль вспоминал, как, произнося эти слова, Байрон глядел на ритуальный череп, лежавший на столе, и протянул руку, чтобы взять у Конфаланьери карбонарский символ – цветущую ветку акации. Эта ветка передавалась только тем, кто помимо всех клятв обязывался содействовать истреблению королевских семей.